К взлету готовы. Производственный корпус Уральского завода гражданской авиации запустили в работу на площадке «Уктус» в особой экономической зоне «Титановая долина». Цех станет центральным на Урале, где выпускают отечественную авиатехнику. Производство отличается тем, что на одной площадке будет у нас и композитное производство, и машины будут из металла, из алюминия. Мы находимся тоже на территории приаэродромной, поэтому у нас от изделия до взлета, условно, 200 метров. Площадь нового корпуса составила 6500 квадратных метров. В нем будут собирать перспективные отечественные самолеты «Байкал» и «Ладога», предназначенные для межрегиональных перелетов. Напомню, «Байкал» — это легкий 9-местный самолет, а «Ладога» рассчитана на перевозку 44 пассажиров. Для производства воздушных судов в новом корпусе установлена печь для полимеризации и холодильное оборудование. Введены в эксплуатацию ангар для наземных испытаний и обслуживания авиатехники, а также здания для работы инженерно-технических служб. Если говорить про Уральский завод гражданской авиации, это они закрывают как раз среднемагистральные самолеты, то есть до 44 пассажиромест. Всю линейку региональной авиации как раз вот коллегами будет закрываться. То есть, ну, по планам выход по производству каждого из видов самолетов по 25 штук в год.